свою очередь, профильные чиновники заявили, что весенние каникулы из-за карантина сокращать не будут. Но школьникам придется приложить усилия, чтобы наверстать знания. Тяжело придется выпускникам, которые сейчас активно готовятся к единым госэкзаменам. ЕГЭ в этом году школьники области будут сдавать по 14 предметам. Особенностью станет то, что выпускники смогут выбрать два уровня экзамена по математике – базовый и профильный. Школьники, выбравшие только базовый уровень, не смогут поступить на специальности, для которых математика является профильным предметом. Также учащиеся, выбравшие для сдачи иностранный язык, будут сдавать не только письменный вариант, но и устный. А для тех, кто выберет гуманитарные науки, крайне важно будет получить максимальный балл за сочинение, поскольку их будут учитывать при зачислении в учебное заведение. 712 ведущих вузов России, это 70% от общего количества, те, которые принимают во внимание сдачу сочинения, они могут из банка данных выбрать любое сочинение, любого выпускника, вернее. Что возможно для этого? Значит, для этого вуз имеет право добавить дополнительно к тем количествам баллов по ЕГЭ до 10 баллов.